В Российском университете дружбы народов прошла вторая игра 1/8 финала клуба веселых и находчивых. За место в четвертьфинале поборолись 9 молодых и амбициозных команд. По традиции ведущим мероприятия стал Демид Буриков, который в прошлом был капитаном команды КВН «РУДН» «Исключение». Сегодня мы узнаем вторую пятерочку. По итогам первого этапа зрители ждали актуальных шуток и ярких эмоций, а команды новых впечатлений и успешной игры. Сегодняшняя игра будет очень смешной, потрясающей. Сегодня играют две команды, состоящие из сборной РУДН, ну, точнее, две команды, они разделились. Вот, будет очень смешно. Там вот команда Игоря Кима, это вот прям интрига бешеная. Потом вот армяне, не финалисты прошлого сезона. Ну, там команда какая-то новая, «Хорошие парни» называется. Вот, ну, может, у них будет смешно, я не знаю. Ну, ребята будут стараться. Мы вчера были в качестве зрителей, а сегодня будем играть, я не знаю. В принципе, пока что я разницы в этом не чувствую. Сейчас начала ловить именно то, что я уже потихоньку ловлю кайф от того, когда я нахожусь на сцене. Это действительно классно. Дорогие друзья, от лица уже и женской команды хотелось бы обратиться ко всем женщинам в зале. Неважно, пройдем мы сегодня в 1/4, не пройдем, выиграем, проиграем. Главное, чтобы у тебя что-то было вот здесь. Ну и будь здесь для симметрии. Спасибо! Меткость слова, острота взгляда и активность болельщиков помогли командам справиться с волнением и показать свои самые оригинальные номера, а жюри выбрать лучших из лучших. 9 команд, большой забег. Всем нелегко, потому что, ну, нужно не только выступить, показать все, но еще и запомниться для жюри, быть одним из 9, о которых вспомнят, когда все 9 команд перестанут выступать и нужно будет выставлять оценки. Ну, это интересный челлендж для КВНщиков. Под бурные овации в четвертьфинала прошли команды «Дубль-2», «Айфон за репост», «Там тут» и «Миклуха Микальян». В четвертьфинале ребятам предстоит приложить еще больше усилий, чтобы подняться на ступень выше в огромном мире КВН. Кирилл Ленев, Сергей Мартыненко, новости ТВ РУДН.